Всем привет, записываю бой, ПВП-бой, клан без генерала, игрок под ником DR. Ни раз такого клана как бы не встречал. Так, ну, смотрим, красная подготовка, играю через три казармы, карта маленькая, если что, по бырику наклепать пехов и тому подобное, ну или рашнуть там, например, вот. Так, красная, золотая разведка пехоты, чтобы собрать ящики по максимуму. Так, чтобы сразу преимущество уйти. Смотрим, уже стоит две казармы. Две ЗШМа. Я, конечно, маленько в шоке был. Но сразу понял, что что-то здесь не так. Сразу идут две крепости. Ко мне на базу я ставлю вышку. Так, здесь я сейчас попытаюсь распихнуть разведку, да. Пихаем разведочку везде. Так, чтобы было видно. Так, ну вот здесь вот пролетают две крепости. Вот у меня на базе просто ничего нету. Пехотку увожу вглубь, но делаю броника, успел сделать броника, чтобы хоть как-то покоцать, выстраиваю экономику. Так, и попытаюсь я выйти в третий штаб, наверное. Так, здесь вот смотрим. Здесь апнулся завод до второго уровня. Будут молоты, молоты пех. Так, я это смекаю и сразу же начинаю минировать моментально. Самый ожидаемый прорыв с его стороны — это по центру. Как бы напрямую, да, сразу идешь и гасишь. Вот. Ставлю еще две вышечки. Мины контрить молотов, вышечки контрить пехов. Сразу готовлюсь к молотопеху. Вот. Как по переписке потом с этим игроком выяснилось, что он играл на синих бустах и развлекался, да, как бы он меня видел, что я 21 ранг, я не видел, что против меня 23 ранг, но напрягся, когда, можно сказать, с развертки он поставил два ЗШМ, то есть это дорогого стоит, скажем так. Вот, смотрим у него, разведаю, второй штаб. Так, я, по-моему, тоже во втором штабе еще ставлю. Увидел, циклончика, я здесь увидел циклончика, да, сейчас застраиваюсь ПВОшечком, вот здесь пехотка прибегает. Я всю армию отвожу назад, да, чтобы вышечки отработали. Бродников пытался спрятать, но он их увидел. Вот, минирую дальше. Вот, ставлю, выхожу в третий штаб и ставлю ПВО, потому что будет авиация, я чую, прям будет авиация. Потому что циклончик вылез, авиазавод стоит, почему бы нет. Так, вот здесь видим молоты, а это у меня не прикрыто. Здесь только одни гренчики, я быстро-быстро минирую. Голд снабжение, конечно же, подрубаю. Чувствую, что-то не то. Так, ну вот здесь вот он увидел, что я минирую, то есть все, он понял. То есть здесь он броников увидел, здесь броников, все, я везде заминировался. Ему нужно что-то думать, чтобы пробить меня. То есть просто так ко мне на базу не заедешь. Ну, сейчас посмотрим, что он выдумал. Так, а он выдумал выйти в авиацию. Так, вот здесь вот летает один кречет, я это заметил. Один. Ну, что же он один кречет, там в атаку, что ли, пойдет? Вот, ну, вот он демонстративно показал мне, что у него есть кречеты. Вот эти вертексы, да? Ну, я тоже выхожу в авиацию, делаю дикобразов. Дикобраз у меня не фуловой по урону. И по броне, наверное, тоже. Так, и стационарные ПВОшки, они тоже у меня не фуловые. Вот, ну, стараюсь сделать избытки. Смотрим, видим, здесь строй двор. Пытается он отстроиться к центру. Вот, пытаюсь я снести этот строй двор. Это прям подозрительно, кто его ставит, зачем, не знаю. Ну, 300 ресурсов он в никуда поставил. Так, лечу опять, разведку боем делаем. Смотрим, строится две ПВОшки с краю. Решил я одну укусить. Да, пока она не достроилась, брони у нее нету. Вот, докусываю, смотрим. Опять один вертекс. Почему один? Должна быть уже 4 или 5. А то и... А он, смотрите, вышел в четвертый штаб и выходит в торы. Вот тут я смекнул и начинаю бить армию. И он еще вышел в Зевсов. Один завод ЗШМ он убрал. Было 2, стал 1. Вот, и отнулся до Зевсов. У меня села батарейка у кречетов. Так, я, значит, отправляю, не хватает энергии, отправляю всю армию на правый фланг, а сам на голд-атаке техники, на голд-атаке авиации пытаюсь, сношу ПВО, вот, и попытаюсь снести армию, да,
пытаюсь покусать ему армию, потому что сейчас я буду нападать всем, что у меня есть. Вот. Но Зевсы, зараза, мощные. Зараза, жирные, мощные Зевсы. Фулл 23 ранга. Кречет. Ну, я не знаю. Кречет 21 ранга. По топливу только у него не фулловый. Все остальное фулловое. По урону, по броне. Вот. Ну, он слабый все равно. 21 ранг Кречет очень слабый. Так, ну смотрим, пытаюсь я здесь, значит, нападать, Гренчика вперед, да, впитывает урончик, пару ягуарчиков у меня есть, думаю, можно пару заводиков ему вынесу, потрепаю. Прилетел, и прилетел Тор. Вот тут, конечно, да, вот тут он уже на опережение сыграл. Я тут сейчас в четвертом штабе, пытаюсь выйти в Ягахан. Вот, но у него уже имеется Тор, через эти узкие проходы сложновато будет биться против него. Так, ну, теряю и армии. Смог я уничтожить только одну ПВО, пытался электростанцию забрать, но у меня ничего не получилось. То есть, все-таки ранг дает о себе знать. Вот, сложновато, очень сложно играть. На тот момент мне прям очень сложно было. И ну тут уже летают Торы и бьют аэродром. Безнаказанно убивают аэродром, и ничего им не случилось за это. Так, вышел я, значит, в Хамелеона. Вот. Красную стройку прожимаю, подготовка авиации, чтобы контрить Торов, чтобы хотя бы их перехватывать, чтобы он хотя бы безнаказанно не летал. Вот. Ну вот опять летят Торы и опять убивают. Все. Здесь у меня, конечно, настроение маленько упало. Вот. Здесь я полетал авиации. Смотрим. Собирает он минки Зевсами. Отправляет он ко мне Зевсов. Вот. На базу у меня пустая, я всю армию отправил в правую сторону, да, чтобы Торы не уничтожили. Так, опять летят Торы, бьет экономику, сразу три центра снабжения убивается. Вот, в полусражении я особо это не заметил, если честно. Делаю Хамелеона. Он продолжает посылать мне сюда Зевсов, они собирают минки. Опять я произвожу авиацию, опять пробомбили Торы. Под хвост я тут ударил одного Тора, но ничего не случилось, скажем так. Вот тут я сейчас глупо, тупо потеряю Хамелеона, потому что я увлекался каким-то другим делом. Вот. Здесь вот броник тут пытаюсь как-то отвлечь этих Зевсов. Вот тут поднимаю авиацию, пытаюсь контрить Зевсов. Тут еще два Зевса идут, ну думаю, все, надо армию возвращать, нужно возвращать армию. Вот, назад на базу. Летят Торы, бомбят Торы. Вот. И еще Зевсы, ё-моё. Ну все, думаю, проиграл я. Вот. И тут я иду в наступление всем, что у меня есть. Я понимаю то, что он всю свою армию. Вот тут я маленько засвет сделал. Кречетом. У него база пустая. Он всю свою армию слил админы. Вот. Пытаюсь там Кречетом что-то делать. Заезжаю здесь ягуарами и просто тупо разбиваю его. Все. Я просто тупо его разбиваю. Вот тут он маленько понадеялся на своих жирных Зевсов, которые собирали все мины. Вот. Ну, до сих пор он на них, походу, надеется. Вот здесь он отстроил еще аэродромы. Ракетки отстраивает. Ну, а здесь я просто его вношу. Ну, тут без комментариев, я думаю. И так все понятно. Ну вот такой вот бой, друзья, против 23 ранга. Вот, все-таки ТЭФ минами очень помог мне в этом бою. Вот такой вот бой, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.